Почему мне не стыдно? Да. Что не стыдно еще раз? За Россию. А за Россию, наоборот. У меня, наоборот, появилась впервые за всю мою жизнь гордость за то, что я здесь родилась, за то, что я русская, за то, что... И благодаря даже вот этим людям, которые нас покидают, и я очень этому... Не то чтобы рада, но они мне помогают стать... гражданкой. Во мне никогда не было такого патриотизма, как сейчас. Никогда. Да ладно? Мне как-то было, немножко неловко, немножко даже стыдно иногда. И там, бывая за границей, как-то мне не хотелось говорить, что я из России, потому что не хотелось. Неловко. А теперь, чем больше у нас, я не скажу, врагов, мы оказались в окружении большого количества. Я не думаю, что это большое количество. Я думаю, что это в основном... Я буду говорить очень примитивно, вы же меня простите, что это дело рук... одной стороны, Америки, но